Всем доброе утро. Сегодня с красным носом. Вчера сгорели на озере. Сегодня у нас тоже планируется вылазка на то же озеро, только в другое место уже. Короче, мы приехали в магазин хотя бы что-то взять с собой. Вот. Сейчас хотим заехать еще в Пенни. Там продают орешки на разъезд по хорошей цене. Хотим взять там еще немножечко. Орешки, фисташки. И будем собираться. Сейчас быстро позавтракаем и будем выдвигаться. Потому что нам еще ехать прилично. Погода, кстати, сегодня такая. Чувствую, будет жара. Дети собрались купальники брать, там купаться будут. Вообще дождались. Доброе утро, Соня. Мы тут вбили, дали карточки. Давай посмотрим, что там за карточки. Да быстрее бы тосты горят. Да не так, разорви вот внутри палец, засунь и растяни его, вот, да. Там их много. Не знаю. Наклейки. А, надо собрать. Покажи. Смотри, наклейки. Я не знаю. А, вот, со шницы, картинка какая-то. Кошка, надо собирать. Это надо собирать. Все, я поняла. Ну, будем собирать. Ну что, мы выдвигаемся уже. Тут Фира с сумкой. Настя там собирается. Ахмедик уже ушел. Диана вышла. И я иду. У нас, кстати, погода очень хорошая. Сегодня прям будет жарко. Вон Дианка. Привет. Выходи. Ходи, выходи. Сегодня закрутила Диане гулю. Я надеюсь, что не будет такой катастрофы, как в прошлый раз после бассейна. Я переделаю, она немножечко, видишь, вылез этот хвостик. У меня три резинки на голове. Да. У меня хвост, косичка и гуля. Да. Да что раньше не сказали, не успела включить. Ладно, ждем. Мы тут ждем, пока наш поезд. Ходим по платформе и посмотрите, что я нашла. Получается, поезд заряжается энергией, что ли. Я что-то думала, что они все работают, как у нас, вот от этих. Что я не поняла, как они работают, вот эти местные электрички. Опа! Страшно! Да, короче, что-то я первый раз такое вижу, если честно. А я думала, что да, это вот за там провода. Вот смотри, вот видишь? Да, вон там пример. Зарядка. Я думала, что это за провода. И я думала сначала, думаю, что за провода везде. И там, кстати, тоже, когда поезд тут стоит, вот на этой платформе, там тоже вот провода есть. Ну, короче, как-то так. А, это провода есть. Кстати, на смотрите, камера есть. Где камера? Да. А, вот на кабине. А, это вот это там, где мы видели. Да. Помнишь, когда да. смотрели? Мы выехали. Я тут подзаряжаю телефон. Все подзаряжают быстренько телефон. Телефон. Ну, мне тоже не надо, но я доподзаряжаю. Все? Нам ехать сколько? Час? Нет. 12.5. Короче, минут 40 ехать. Минут 40 ехать, да. Это скоростной поезд, поэтому. Да, картина вообще не передает красоты. Мы тут едем, обсуждаем. Посмотрите на эти горы. Это ну что-то нереальное. Мы были вчера вот с той стороны озера. Сейчас мы едем чуть дальше. Мы были в центре, ну, надо. Да, сейчас мы углубляемся немножечко в горы. В другой городок едем. Боже, просто, ну вот мы вышли, ну гляньте, так, все, пошлите, бегом. О, там, вот тут кофер есть. А как можно перейти? Ну видишь, нельзя перейти эти, я бы перепрыгнула и спустилась вниз. Но нам нельзя. Папа что-то снимает. А можно перепрыгнуть? Нет, да не, наверное, не, это вообще уже бред будет. Пошлите, пойдем, обойдем. Пойдем, обойдем сейчас по
GPS, боже, и там горы. Не, ну камера вообще, я смотрю вот сейчас в камеру и смотрю. Ой, они там уже в туннель заезжали. Кто? Через горы, Настя! Мы уже следующее место локации себе нашли. Поехали, может быть, на пятницу себе устроим. Завтра, пятница школа, в субботу, все. Какая школа? Онлайн начинается, алло. Они переходят. Кто, люди? А может, тоже перейдем? Там камер нету? Нет. Посмотрите, тут вот... А куда деньги кидать, ты говоришь? Да, можно делать... А, вот касса. Сам себе покупаешь, выбираешь себе тыковку. Настя, ты знаешь, что тут можно купить? 4 евро. 3. Прикольно. Короче, друзья, мы дошли. Сейчас я дойду до... Много людей, да, это тут люди. Я не хочу пока снимать. Я знаю, что они не любят снимать, когда снимает кто-то их. Мы сейчас вот местечко нашли. Да. То есть тут не глубоко, поэтому можно сейчас идти и купаться. Там, где бабушка-то лежит, там... И я вам сейчас покажу красоту. Мы вот тут вот сядем, где нету никого. Ребята, вы видите уже? Нет, еще нет, я не показываю вот тут вот. И... Раз, два, три! Посмотрите. Это просто что-то нереальное. С таким видом мы будем сегодня пляжиться. Вот там вот, кстати, вот там вот Гмунден. Вчера мы там были. А знаете, что там можно поплыть? Доплыть туда. Да, ты думаешь? Наверное, да. Ну, доплыть можно, наверное. Да, на круг взять и поплыть как туда. На пирс. Да. Вот. У меня. Давай. Давайте. Ну, как вам вид? Умеет, как? Можно. Классно, да? Мы тут нафоткались. Тут рыбы плавают. У нас, конечно, рыбки плавают, да. Вон мой. Тут такой мостик. Ребят, вы знаете, почему он так считается? Потому что да? Эти палки, только две палки. Держится вот на вот таком вот колечке, да? Все! Классно, да? Все! Самолет летит. Боже, красота. Вообще, все. Пойдем купаться. Пирас! Пирас! Как вода? Теплая? А я уже как-то ноги. Да, вид тут, конечно, обалденный. А мне нырять можно? Не надо. Я потом твои волосы уже точно срежу. Все, снимай шорты и давай вперед. Я буду в тапках, короче. Чего? Там нету тамка, там мелкие, там галька. Ладно. Все. Сейчас. Давай я ее сниму. Опа. Ты выключил? Нет. Бери круг. Ай. Круг бери. Сейчас... Мы взяли круг с собой, надули. Ну, я Давай. Умею сама плавать. Нет, я не буду. Нет, пусть она же не ныряет. Потому что я ничего не буду. Давай, заходи. Тапки. Тапки оставляй. Ты их потеряешь или порвешь. Я знаю. А шо Фирас так далеко? Его шо, течение ему несло? Вон он, аж вон. Давай. На браслет. Теплая вода? Нет. Да зайди дальше, ты стоишь по колено. Так, Фирас, Диана. Дальше заходи, Диан. Господи, зашла по колено и это... Все. Классная водичка. Оно там попадает. Мы, ребят, сейчас готовим завтрак. Яички. Обед уже. Обед. Яйца. Овощи. Майонез. Будет яйца с майонезом. Овощи. Тунец взяли, да. Короче. Сейчас будет перекус. Настя, да. Пошла, кстати, где-то переодеваться. Да. А вид шикарный просто. Свежие, конечно, ребята. Это бабушкины и дедушкины. Mm-hmm. Наших украинских курочек. Да. Вот так вот. Все. Это винный цацки-пецки. Как нет. Мы так что сняли видео. Как? Смотрите в инстаграме. Угу. Прикольно. Настя, как? Прикольно? Ребят, я умею плавать. Это просто круг. Заходи, давай. Я хорошо. Боже, как красиво. Что-то нереально. Да давай, дрожишь.
чай. У нас приехал. Набери. Давай я ее заберу. А вы будете что, купаться? У нас Халил приехал. Настя там, кстати, с Ферафом вот на мостике сидят. А детки тут будут. Ой. Она ничего не будет делать, это не эти. Диана! Диана! Если она киданется, папа, на меня. Не, я ее побью. Да она не будет кидаться, это утки. Это утки, там та большая, которая кидает. То лебеди, гуси могут. А. Утки тоже бьют. Настя! Тоже бьет. На голову, больная. Диана, фу! Она собирает еду тут. Не для тебя!